Всех приветствую на своем канале. Грузимся, вон все нам бычок наш помогает. Видео будет не об этом, будет о нашем овсе, о всходах. Сейчас покажу, что там творится на поле, как и что. У нас в Тверской области, наверное, 2 недели стояла жара, то есть больше 30-ки было, 32-36 градусов. Очень земля высохла. Вот состояние поля. Это после косьбы. Вон наше уже сено такое, как отава, то есть 1 июньское, в начале там в 5-6 числах, 10 июня косили. Вон наш сенаж. Сколько накрутили, сейчас хотим здесь кусок есть, еще буду крутить сенаж. Ну, в общем, все идет своим чередом. Какое сено было у нас скошено, все мы убрали. Но вот сейчас покажу главное. Не главное, а о чем видео. То есть у меня были в сев овса, был всходы через месяц. Вот сегодня у нас 29, то есть завтра 1 июля. И покажу, что у нас на поле творится. После жары, конечно, овес сильно встал в рост. Мало поднялся, ездил, смотрел. Горох тоже самое. Ну, надеюсь, сейчас вот у нас ливни прям, что будет вполне. Ну, конечно, сейчас вот неделю я не видел, очень поднялся, уже заколосился весь овес. Вот такое вот состояние. Горох, конечно, намного меньше отстает. Там он возле, в начале поля, это мы в конце, горох у нас был, уже подцветал, но он был вот такой низкий, то есть по сравнению с овсом он 2 раза ниже. Здесь я вику вижу, вот он зацветает, горох. Вот такой, но он низковатый. Надеюсь, что сейчас влаги он получил хорошо. И вот даже какой есть овес. То есть насколько маленький он. Получил он достаточно сейчас влаги. Дожди прям в ливни были у нас. Вот такие проплешины, вот так с краю лучше. Вот такие есть меньше. Но в принципе, тьфу-тьфу-тьфу, я уже совсем не надеялся, что что-то будет. Ладно, к концу месяца покажу, что здесь получится. Ну, вообще, в конце сезона узнаем, то есть, какой результат вот засела. То есть, тут у нас овес, вика, горох, тимофеевка, ежа, райграсс, клевер. Клевер внизу почти везде вижу. То есть, здесь около 6, наверное, 8 гектар. Денег потрачено 1050 на зерновые, на все. Так что, ну как? Да? Че? Большие всходы, да? Кусок такой хороший, нарядненький. Вот, вики прям. Ну, руками мешали, мешали в сеялке, конечно. Хорошо, но вот здесь вот с краю прям жирный, жирный, хороший овес уже колосится. То есть вот такое вот состояние. Будем смотреть, надеюсь, 50 тысяч потраченных оправдаются, но... То есть, чтобы нам оправдать, нам надо здесь 25 рулонов закатать. Будет, не будет. В среднем это у нас где-то чуть больше пролета, то по простой траве у нас выходило где-то 25-27 рулонов. Ну, посмотрим, овес будет больше урожайность, чем как бы полевые травы. Или нет, но все-таки я думаю, что будет побольше. Сейчас вот у нас также дождик накрапывает, так что нам надо срочно вывозить сено. Ладно, вроде бы, что хотел показать, вон птицы. Вот я говорю про них, вот они в поле оставляешь рулоны, и они вот так вот садятся, вот видно даже на них. Садятся на них и там что клюют, как клюют, но... Вот они садятся на них и портят. Не знаю, будет видно на видео, нет, покажу. Вон там сидят чаек, тьма на каждом рулоне, нахуй. И они вот здесь сложили в центре поля, они садились на эти рулоны сенажа в пленке и клевали.
Что там клевали, лапами драли. В общем, много было подпорчено в прошлый сезон. Стали ложить к краю поля возле кустов. Намного лучше, меньше про дырок, меньше всего такого порченных рулонов. Ну, зима покажет, какой сезон. Пока сейчас у нас в районе 150 рулонов сенажа, нам надо где-то 500. Так что пока вот такая непогода, перерыв, будем мотать сенаж, надеюсь. Так.